Доброе утро! Трава растет, и дети вырастут. Многие сегодняшние родители еще помнят рассказы бабушек и дедушек про общий стол, котелок и главу семейства, бьющего ложкой по лбу того, кто раньше времени приступает к трапезе. Сегодня положение ребенка в семье изменилось кардинально. Он – главная ценность. Да что там, он главный! Ему все самое лучшее, чтобы он раскрыл себя и свои таланты. Мы уважаем его свободу и его выбор. Все легко и просто? Далеко не всегда. Потому что в жизни хватает ситуаций, когда есть слово «хочу», но еще больше и чаще, когда есть «надо». Во всем, как и в воспитании, нужен баланс. Но нам ли с вами этого не знать? Сегодня пятница, и заканчивается рабочая неделя. Заканчивается январь, а значит скоро, совсем скоро весна. Утренний вестник, в свою очередь, только начинается. С вами Ксения Степанова, и вот о чем сегодня с утра. Дом, милый дом. В Березняках строится новый микрорайон. Видимо, невидимо. В целях безопасности дорожного движения в городе демонтируют рекламные растяжки. Право на достойную старость. Расскажем о новшествах в пенсионном законодательстве. Искусственный интеллект. В Перми состоялся фестиваль роботов. Великая сила искусства. Идем на антикризисное кино. Планировать отпуск? Пора. Чтобы не получилось, как в анекдоте, знаете, не поеду я в этом году на Кипр, нет. В прошлом году не поехала на Мальдивы, а на следующий год еще не знаю, куда не поеду. Ну, а те, кто не планирует отпуск и организует отдых спонтанно, те тоже планируют. Отдохну-ка я в этом году спонтанно. Но все-таки, организованно или как повезет? Вот что люди говорят. Свежий букет на несколько лет. Спонсор рубрики – магазин Vega Flowers Gallery. Скорее, спонтанно все происходит. У меня лично. Совсем не планировал отпуск, оказались в Испании. Заранее, конечно. Так спокойнее, можно купить подешевле билеты, путевки. Отпуск заранее, конечно, планирую, да. Стараюсь заранее. Я запланировала заранее свой отпуск. Выбрала место, куда поехать, чтобы уже знать. Билет купить, подготовиться. Предпочитаю планировать заранее. Потому что, когда отдыхаешь с семьей, надо продумать много разных деталей. Заранее, чтобы спланировать все. Бюджет, расходы. А вот я планирую в выходные сходить с семьей в Ледовый городок. Они есть в каждом районе города, да не по одному еще. Материал, конечно, крайне недолговечный, и не только ввиду наступления весны когда-нибудь, но оттого еще приятнее стать сопричастным таким произведением искусства. Доколе ж мы будем любоваться этакой красотой? До какого времени городки будут открыты и продолжат нас радовать? Ответы в нашем сюжете. Ранее на этом месте, которое сейчас огорожено пленкой, находился ледовый лабиринт и горка. Как мы видим, преступники приложили максимум усилий, чтобы разрушить эти конструкции. Кто это сделал и зачем, сейчас выясняют сотрудники полиции. Здесь раньше был лабиринт, здесь дети играли, здесь были две детские горки, совсем для малышей, вот маленьких совсем. Ужасно. Как можно такое делать? По всей видимости, вандалы работали ночью, возможно, группой. Скорее всего, использовали подручные инструменты. Сотрудники администрации индустриального района уже подали заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, ущерб устанавливается, и по результатам уже проведенной проверки в будущем будет принято соответствующее процессуальное решение. Всего в Перми этой зимой возвели больше десятка ледовых городков. В каждом районе не менее двух объектов. Конечно, самый масштабный ледовый городок традиционно на Эспланаде. Здесь все с размахом и под круглосуточной охраной. Тематика городков от сказочной былинной до современной. Сегодня это места семейного отдыха. Точной даты закрытия ледовых городков нет, но, как показывает практика прошлых лет, уже в конце февраля постепенно ледовые скульптуры начинают разбирать.
Денис Пальчиков, Георгий Тимофеев, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». История знает немало примеров того, как разваливались огромные империи. Города, прежде полные жизни и богатства, приходили в упадок, а замки, служившие надежным укрытием от вражеских набегов, разрушались. Иногда виной тому был, так скажем, человеческий фактор, порой стихия. Вспомнить хотя бы последний день Помпеи. В Березняках в результате техногенной аварии на руднике в переселении нуждаются порядка 12 тысяч человек из потенциально опасной зоны, чьи дома признаны непригодными для жилья. Андрей Бальдыман с супругой уже в ожидании своей квартиры в новом микрорайоне Любимов. Их нынешнее жилье признано аварийным. Дом стоит над пустотой и с каждым днем оседает. Трещины по всему строению. Жители даже вынуждены сооружать домкраты на лестницах. Необходимость вынужденного переезда понятна. С 6-го этажа, значит, балкон начинается, поэтому я выбрал 6-й этаж. Значит, самое, чтобы балкон-то был, все-таки место такое. Лес. Ну, как бы 6-й этаж. Вот. Планировка какая? Значит, планировка, ну, удобно, я считаю. Кухня большая, значит, комната небольшая, но нам хватит. Новый микрорайон принято построить вдали от опасной почвенной зоны, на целинной земле. Для переселенцев создан информационный центр, где можно узнать все подробности о ходе строительства, а также забронировать себе квартиру, равную по метражу старой. Люди приходят с разными вопросами. Конечно же, их в первую очередь волнуют дома, какие будут квартиры, планировки, отделка будет или не будет, инфраструктура. То есть, ну, различные вопросы, на которые мы всегда им отвечаем, помогаем. Сейчас работы ведутся параллельно на трех объектах. В одном доме строители уже забетонировали перекрытие над вторым этажом, в другом заливает фундамент. Работы над третьим домом только начались, готовится котлован. Сейчас здесь, в квартале номер 16, строительство идет полным ходом. К осени 2015 года все 5 домов застройщик планирует сдать, а это именно 31 тысяча квадратных метров для переселенцев. В ноябре прошлого года губернатор края Виктор Басаргин посещал строительную площадку в Березняках. Тогда темпы строительства его не удовлетворили, и он потребовал строителей ускориться. Были добавлены ресурсы в виде техники, людей. Была организована работа круглые сутки на строительной площадке. На сегодняшний день в Березняках в переселении нуждаются 12 тысяч жителей из 97 домов. Для безопасности будущих переселенцев на время строительства в их квартирах установлены мониторинговые датчики, определяющие состояние аварийных домов. Специалисты заверяют, до сентября дома простоят. А там уже и переезд не за горами. Руслан Пепеляев, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». 5 с плюсом, вернее, плюс 5 позиций. В мае 2014 года Прикамье находилось на 9-й строчке среди регионов России по реализации майских указов Владимира Путина в сфере ЖКХ. А сегодня мы уже на 4-м месте. О том, где прорыв, ну, в смысле, об успехах в сфере ЖКХ. Всего за 6 месяцев Пермский край отыграл 5 позиций, заняв 4-ю строчку в рейтинге регионов по выполнению майских указов президента в сфере ЖКХ. В рамках проекта губернатора Виктора Басаргина «Время строить» в прошлом году в Прикамье удалось расселить из аварийного жилья 2845 человек. До конца текущего года благоустроенные квартиры получат еще почти 3400 граждан. Также по сравнению с 2013 годом на 10% увеличился и объем жилищного строительства. В эксплуатацию введено более 1 миллиона квадратных метров жилья. Построено свыше 15 тысяч квартир. Для сравнения, 4 года назад край с трудом удержал планку в 750 тысяч квадратов. Сейчас Виктор Басаргин поставил новую задачу перед краевым правительством – ввести в эксплуатацию в 2015 году не менее 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. Хорошая растяжка, говорят медики и тренеры, это хорошо. Это гибкость, снижение риска травм, хорошее самочувствие в конце концов. Плохая растяжка, говорят в городской администрации, мешает безопасности дорожного движения. Всего в разных районах города чиновники планируют демонтировать порядка 500 таких вот рекламных конструкций. На сегодняшний день в Перми над дорогами развивается порядка 500 размещенных рекламных растяжек, которые не соответствуют нормативным актам по безопасности дорожного движения. Случается, водители отвлекаются на красочную рекламу и в результате становятся виновниками аварий. Ситуация с незаконными растяжками длится уже не первый год. В настоящее время на территории России действует общегосударственный стандарт по безопасности дорожного движения, в котором сказано, что над проезжей частью размещение рекламных конструкций запрещено. Судебные решения о демонтаже по отдельным объектам в Перми уже вынесены.
В конце 2014 года был создан прецедент по применению норм права, которые в некоторых случаях ограничивают, запрещают размещение рекламных конструкций вблизи дорог. Демонтаж рекламных конструкций осуществляется при содействии ГИБДД. Также ведется работа по аннулированию разрешений на установку. Собственникам рекламных растяжек дают возможность добровольно убрать конструкцию. В случае невыполнения предписаний они будут демонтированы в принудительном порядке. Над дорогой должно размещаться лишь то, что относится к процессу дорожного движения. И, как правило, это дорожные знаки. Ну, возможно, в некоторых местах это надземные пешеходные переходы либо другие конструкции, которые имеют отношение к дороге. Первыми демонтировали две рекламные растяжки в Дзержинском районе. На очереди остальные районы города. По статистике, в нашей стране львиная доля всех преступлений совершается теми, кто уже отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Что делается для того, чтобы адаптировать бывших заключенных к нормальной жизни? Ведь по признанию самих же сотрудников системы исполнения наказаний, даже если человек не совершил тяжкого преступления и отсидел в тюрьме всего несколько лет, этого времени вполне достаточно, чтобы утратить все социальные связи. Ежегодно из места заключения на свободу выходят тысячи человек. Все они сталкиваются с проблемой поиска работы, регистрации по месту жительства, а у некоторых нет даже одежды по сезону. И зачастую, не справившись с новыми вызовами, бывшие заключенные вновь нарушают закон. Между тем, чтобы исключить этот фактор, действующее законодательство обязывает орган уголовного наказания помогать вышедшим на свободу. За 6 месяцев до окончания отбывания наказания, а в отношении осужденных, которым лишение свободы назначено на срок 6 месяцев, сразу после вступления приговора в законную силу, администрация исправительного учреждения направляет по месту жительства извещение в органы местного самоуправления, а также в службу занятости. В службу занятости поступает информация о имеющейся специальности и месте жительства. Согласно закону, бывшему осужденному выдаются денежные средства или оплачивают проезд до места жительства. Кроме того, тем, у кого отсутствует одежда по сезону, сотрудники исправительного учреждения выдают новый комплект. Бывшим осужденным, у кого на лицевом счете отсутствуют деньги, при освобождении выдается единовременное денежное пособие. Также администрация исправительного учреждения помогает осужденным, у которых отсутствуют паспорта в личных делах, оформить паспорт, либо оформить документы, такие как трудовая книжка, пенсионное удостоверение. Контроль за работой исправительного учреждения осуществляют органы прокуратуры. В случае нарушения закона ответственность несет руководство колонии. Денис Пальчиков, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Чем должны заниматься бабушки? Бабушки должны получать от жизни удовольствие, я считаю, да причем на полную катушку. Вязать внукам варежки и носочки, печь пирожки, выступать в хоре народной песни, путешествовать. И это, так скажем, программа минимум. А деньги? Деньги – это ведь просто возможность делать именно то, что хочется, не больше. Свежие новости о пенсионном законодательстве в нашем следующем сюжете. С 1 февраля страховая часть пенсии будет проиндексирована. Таким образом, трудовая пенсия увеличится на 11,4%. Прибавка в денежном эквиваленте составит в среднем от 700 до 2000 рублей. Дополнительно потребуется на выплату пенсии с 1 февраля еще 900 миллионов рублей. Вот сейчас ежемесячные выплаты будут составлять более 11 миллиардов рублей. То есть очень большие денежные средства в расчете на месяц, на год, вот. Но денежными средствами мы обеспечены. За прошлый год Пенсионному фонду Прикамья удалось собрать почти 56,5 миллиардов рублей, что на 1,5% больше, чем планировалось. Значительную часть поступлений составили недоимки прошлых лет. И несмотря на сокращение общей задолженности, в 2014 году отмечается рост неплатежей в пенсионный фонд среди предпринимателей. В прошлом году они составляли в пенсионный фонд где-то 17 тысяч рублей, фонд медицинского страхования более 3 тысяч рублей. Но как бы кто-то заплатил, кто-то не заплатил, но долги, к сожалению, фиксируются. Но вот здесь доля долгов от суммы начисленных страховых взносов, конечно, гораздо выше. Она составляет от 25 до 29%. С учетом изменений в законодательстве это может означать, что кто-то по достижении пенсионного возраста и вовсе не получит страховую часть пенсии. Уже в этом году, чтобы получить минимальную пенсию, необходимо иметь общего трудового стажа не менее 6 лет, в следующем – 7, и так далее, вплоть до 2025 года, когда потребуется минимум 15 лет трудового стажа для начисления пенсии. Рити Забараускас, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».
Нам бы только интернета свежего глоток. Независимая газета пишет, что в пору экономической неопределенности и санкций россияне готовы отказаться и от валюты, и от пластиковых карт, и даже от поездок в ЕС и США, но не от интернета и социальных сетей. Так рубрика «Пресс-парад» не может отказать себе в удовольствии ознакомиться со свежими газетами и нас познакомить с самыми интересными темами. Вот о чем, кстати, сегодня пишут. Автосалоны Перми продолжают повышать цены, пишет новый компаньон. Как сообщили новому компаньону в Toyota Center Пермь, в феврале ожидается новое повышение цен на автомобили. Как напоминает корреспондент издания, после резкого скачка курса валют в декабре 2014 года несколько автосалонов повысили цены, а Kia и Mazda приостановили продажи. Тогда директор Toyota Center Пермь Анна Бояршинова заявила, что цены будут корректироваться ежедневно. По состоянию на 29 января популярная Toyota Land Cruiser 200 стоит от 4 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Другая популярная модель Lexus 570 подорожает на 10%. Сейчас в автосалоне есть только один автомобиль на продажу за 5 миллионов 543 тысячи рублей. Местное время уведомит Роскомнадзор о приостановлении печатного выпуска газеты, сообщает «Коммерсант». Старейшая частная газета в Перми «Местное время» официально приостанавливает выпуск печатного издания. Причина приостановки – экономическая. Печатная версия занимает больше половины расходов СМИ. Это закупка бумаги, создание рабочих мест. При этом интернет-версия СМИ будет работать. В поисках средств читателям предлагали оказывать частные пожертвования газете, но читатели на призывы не откликнулись. 26 декабря 2014 года вышел последний номер газеты, пишет автор статьи Вячеслав Суханов. По щиколотку в ужас. Статью с таким названием читаем в свежем номере газеты «Бизнес-класс». Комиссия по контролю в сфере дорожного движения и благоустройства обсудила качество уборки снега на улицах Перми и выяснилось, что 4 балла – это не всегда хорошо. Норматив переводится как «деньги», а проверяющим из контрольно-аналитического департамента нужно выдать коляски. 15 января в 22:00 депутаты выехали на проверку и эмпирическим путем оценили качество работы подрядчиков в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и частично Дзержинском районе. За полтора часа езды они заметили 5 единиц уборочных техники, подрядчиков и одного мужчину, который самостоятельно заказал трактор, чтобы убрать надоевший снег. Комиссии также продемонстрировали видеоролик о движении «Пермские лопаты», активисты которого расчищают улицы города от снега. Ролик наглядно иллюстрировал народную оценку качества работы подрядных организаций, заботливо запиканную там, где градус эмоций зашкаливает. Подробности в свежем номере издания. Молодой разработчик из классического университета создал антистрессовое программное обеспечение, сообщает интернет-версия краевой газеты «Звезда». Студент Академической школы информационных технологий при Пермском государственном научно-исследовательском университете Дмитрий Зотин создал алгоритм программного обеспечения, способного контролировать физическое состояние человека при работе с компьютером. Оно ориентировано в первую очередь на детей. Работа с компьютером оказывает на физическое и психологическое состояние человека определенное негативное воздействие. Поэтому мы разрабатываем программное обеспечение, дающее возможность родителям контролировать время, которое проводят их дети в процессе игры, говорит Дмитрий Зотин. Оно будет представлять программно-аппаратный комплекс, который предполагается в двух версиях, с браслетами и без них. Как сообщают разработчики, сейчас нет аналогов подобного программного обеспечения. На данный момент создан его алгоритм. Выход конечного продукта для широкого использования создатели проекта предполагают к концу 2015 года. Как тесен мир. Ну, правда. Кажется, скоро, куда бы ни приехал, будешь чувствовать себя как дома. Ну, может быть, и не очень скоро. Но есть во всем мире некие универсальные ценности. Добро, красота, хоть и стандарты ее пока отличаются. Пластиковые карточки, опять же. Правила денег. Подробнее. Партнер рубрики «Правила денег» – Форабанк. Лучшие курсы обмена валюты. Добрый день. Платежная система MasterCard включилась в создаваемую в России национальную систему платежных карт и меняет тарифы на снятие денег со своих карт в банкоматах. Платить дополнительную комиссию приходится в том случае, если обналичивать средства нужно в банкоматах чужих кредитных организаций. К примеру, если вы, являясь пользователем одного из частных банков, по какой-то причине вынуждены снимать деньги в банкоматах учреждений с государственным капиталом, вы сразу почувствуете разницу.
За такую операцию банк, выпустивший карту, должен уплатить комиссию банку-владельцу банкомата. Ее размер устанавливается платежной системой. До сих пор он был фиксированным – 35-45 рублей за одну операцию. Теперь фиксированная комиссия MasterCard меняется на процентную и составит 0,5% от суммы снятия. Фактически это означает снижение комиссии, так как в среднем по рынку в чужих банкоматах граждане снимают за один раз менее 7 тысяч рублей. Это были правила денег. Порой чего-нибудь так захочется, что просто не можешь себе отказать. Тут уж каждому свое. Позднее ли это перекус, поспать с утра или опять отложить важное дело на потом. И как себя заставить практически переступить через это жгучее желание? Не у всех, между прочим, выходит. Даже если на дом. И какой спрос тогда с малышей, которым ни жить, ни быть, пустышку подавай? Повышенный. Смотрите рубрику «Здоровые дети». В свое время, когда пришла пора отучать старшего сына отцовски, мы, будучи еще юными родителями, после долгих мучений и уговоров, в конце концов сказали ребенку, что соску утащила мышка. На этом, в общем-то, отучение закончилось. О том, как правильно и вовремя отучить ребенка от пустышки, поговорим сегодня в рубрике. Как и любые действия воспитательного характера, отлучение от соски не происходит молниеносно, и родителям следует запастись терпением. Если постепенно помогать крохе отказаться от пустышки, то вскоре можно будет радоваться первым успехам. Врачи, отвечая на вопрос, во сколько нужно отучать ребенка от пустышки, говорят, что самое подходящее время – это возраст 6-9 месяцев. С точки зрения стоматологов, ничего страшного, если это произойдет чуть позже. Отучать нужно в тот момент, когда ребенок переходит на твердое вскармливание. То есть из каких-то жидкостей, смеси уже на более-менее такую твердую еду. Когда есть молочные зубы уже прорезали, пускай не все, там половина, но до года. Обязательно нужно соски отучить. Пустышку дают ребенку только в исключительных случаях, когда успокоиться без нее очень сложно и начинается истерика. Если все-таки соску пришлось дать, ее забирают аккуратно и незаметно, тогда, когда кроха успокоится. Такие действия должны повторяться как можно чаще. Так будет сокращаться время, в которое малыш сосет пустышку, а увеличиваться время без нее. И возможно, что вскоре у ребенка не возникнет интереса к ней. Когда это делать и как это делать? Как правило, родители сдаются, но... Тут важно запастись действительно терпением и максимально сделать это комфортно для ребенка, чтобы не нанести ему травму. Не нужно применять старые методы, как то бабушке намазать перцем там, красным эту соску горчицей, там это делать не нужно. Существуют специальные гели, которые действительно, которыми можно смазывать, например, пальцы, которые ребенок прокладывает, в рот прокладывает, или... соски, пустышки. Эти гели, они имеют немножко такой горьковатый вкус, но не вызывают раздражения. Если родители терпеливы и настойчивы, то рано или поздно наступает момент, когда пустышка используется только для укладывания на ночной сон. И здесь самое время изменить ритуал. Например, почистить зубки и рассказать сказку или спеть песенку. Тогда ребенок научится засыпать без любимой пустышки. Ярые сторонники естественного вскармливания считают пустышку чуть ли не вселенским злом. Однако мне кажется, что соска не зло и не благо, а в ряде случаев неотъемлемый атрибут детского обихода. На этом на сегодня все. Встретимся через неделю. Вот если обратиться, например, к творчеству фантастов, так тут, думаю, 50 на 50. Одни считают, что технический прогресс – это несомненное благо, а другие рисуют ужасные картины в духе восстания машин. Какой точки зрения придерживаться, каждый решает сам. Вот я лично думаю, что пока моя микроволновка и телефон вряд ли возьмут меня в плен. Но до чего сегодня техника дошла, узнаем из следующего сюжета. Открытый окружной фестиваль по робототехнике «Робофест Урал» привлек более 400 участников. Похоже, именно эти дети в ближайшем будущем будут формировать настоящие края. Как ни крути, а именно робототехника должна будет двигать вперед экономику страны и региона. Пока же в зале спорткомплекса имени Сухарева были представлены скорее игрушки, чем серьезные машины.
что есть творческая номинация, где дети составляют проекты, которые там только своя фантазия ограничена, и есть соревновательные. Вот что касается творческого направления, есть интересный проект, например, робот играет с человеком в крестики-нолики, или робот модель ядерного реактора. То есть это не только там безделушки, которые просто играть. Это на самом деле серьезный достаточно проект с точки зрения и конструирования, и программирования. В рамках фестиваля состоялись соревнования по робототехнике, выставка творческих моделей роботов фристайл, организована работа интерактивных площадок, на которых зрители и участники познакомились с бизнес-проектами робототехники. Следует отметить, что увлечение требует определенных затрат, так стоимость комплекта для сборки превышает 40 тысяч рублей. С учетом роста валюты затраты в будущем возрастут. И все же, по мнению специалистов Прикамья, сейчас наблюдается бум увлечения робототехникой. Как было заявлено на научной конференции в ходе фестиваля, игра на нынешнем уровне должна привести ребят в серьезную профессию. России надо, значит, чтобы развивалось машиностроение, были инженерные профессии и так далее. Сейчас весь финансовый вектор меняется в эту сторону, сокращается бюджетное финансирование по гуманитарным профессиям. А как сейчас весь маховик российского образования, пермского, кировском районе и так далее, развернуть теперь в сторону индустриальных и технологических профессий? Вот мы как раз в робототехнике это увидели. Робофест Урала является отборочным этапом на 7-й Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль. На подобных форумах пермяки уже сумели себя хорошо зарекомендовать. Среди призеров были школьники 135-й школы, ребята из Палласны. Пожелаем и нынешним победителям достойно представить край летом в Москве. Андрей Вылежнев, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Если прошлый год в России был годом культуры, то нынешний объявлен годом литературы. Событие важное. И в общем, и в частности, для нашего края я имею в виду, ведь Пермь, кроме всего прочего, город и читающий, и пишущий. В числе прочих, год литературы у нас открывал Андрей Голдырев. И как бы нас за горло не держали, найдем свои начала и концы, и все-таки вернем свою державу, как в грозный час спасли ее отцы. Стихами собственного сочинения Анатолий Гребнев начал церемонию открытия года литературы в Перми. Среди собравшихся в детской библиотеке имени Льва Кузьмина – писатели, библиотекари, художники и поклонники талантов прикамских литераторов. Так совпало у нас, что год знаменателя. Он включает в себя и 70-летие Победы, он включает в себя и 80-летие организованной творческой работы в Пермском крае. И он и объявлен еще и годом литературы. Ну вот считайте, что год литературы мы открыли. Еще один повод – вручение орденов Достоевского. Эта награда появилась 4 года назад. Изначально она мыслилась как региональная, но в этом году удалось перешагнуть границы Пермского края. За вклад в развитие литературы в Прикамье были награждены гости из Екатеринбурга, Красноярска и Москвы. Для меня это совершенно неожиданно. Я бесконечно благодарна Пермской писательской организации «Пермякам» за то, что они вот так издалека смогли оценить мой труд. Очень дорогая для меня награда, может быть, одна из самых-самых ценных. Особым гостем стала и московская поэтесса Лариса Васильева. По ее признанию, награда неожиданная и значимая. В ее жизни многое связано с именем Федора Михайловича. И как она отмечает, в наши дни Достоевский по-прежнему один из самых актуальных писателей. Я недавно получила международную премию имени Ахматовой в Сицилии, Бунина. Вот это какие-то награды, которые будоражат нервы. Вот это такая же. Вот он, орден Достоевского первой степени, полностью изготовлен из серебра, со своим индивидуальным номерным знаком. А значит, обладает всеми атрибутами настоящей государственной награды. Я иду без тебя. Следующую церемонию планируют провести в конце года, когда придет время подводить итоги года литературы. Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное, говаривал в свое время Федор Михайлович. Андрей Голдырев, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Продолжаем литературную тему и приглашаем вас к нашей книжной полке. Сегодня о революции в литературе. Здравствуйте.
Мне представляется, что во всех языках мира существует два самых популярных и вместе с тем противоборствующих понятия. Это революция и эволюция. Нередко мы любим цитировать пушкинское. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Если попытаться перевести эту фразу применительно к современности, то получается, что покой и есть та самая эволюция, а воля, она же свобода, революция. Сегодня считается, что революция – это плохо, но вспомните, как со всех трибун гремела «Великая Октябрьская социалистическая революция», а эволюцию числили уделом соглашателей. А мне так кажется, что это два крыла, без которых невозможен полет истории. Итак, время от времени нужно чистить перья обоих крыльев, чтобы понять, отчего мир, как маятник, качается то вправо, то влево, почему покой нам только снится и так хочется воли, нужно перечитывать вот такие книги. Пусть и названные по-французски, но с вполне узнаваемым смыслом в названии. В этом сборнике собраны рассказы авторов, которым довелось быть участниками либо свидетелями революционных баталий. Здесь и мексиканец Джека Лондона, и жертва революции Михаила Зощенко, отмщение Леона Кладеля и угловой дом Аркадия Гайдара, тема предателя и героя Хорхе Луиса Борхеса и сокровенный человек Андрея Платонова. Откроем рассказ «Я» Миколы Хвылевого, одного из основоположников послереволюционной советской прозы. Между прочим, автор одно время возглавлял на Украине районную ЧК. «Я держу в руке маузер, но рука моя слабеет, и я вот-вот заплачу меленькими слезами, как в детстве на теплой груди». Я порываюсь крикнуть: «Мать, говорю тебе, иди ко мне, я должен убить тебя». Согласитесь, в этом вывернутом наизнанку нашем историческом прошлом сколько жутких реалий нынешнего дня. А вот другой ракурс, принадлежащий перу замечательного русского сатирика Аркадия Аверченко. Рассказ называется «Хомут, натягиваемый клещами». К жильцу одной из московских квартир приходит посланец из комиссариата и зовет его на митинг слушать товарища Троцкого, на что жилец отвечает: «Да я на прошлой неделе уже слушал». «На то тебе и свобода дадена, чтоб ты троцкую барщину сполнял», — говорит ему посланец. Далее он вручает резолюцию митинга, где жилец должен поставить подпись. Прочел хозяин, вздохнул так глубоко, что на рубашке отскочила пуговица. «Ну что же, ехать так ехать», как сказал Распутин, когда Пуришкевич бросал его с моста в воду. Тут хочется добавить, если бы Аркадий Аверченко глянул своим сатирическим оком на обложку этой книги, он бы не преминул спросить: «А при чем тут Захар Прилепин?» И, приглядевшись, сам бы и ответил: «Здесь слово «составитель» напечатано так мелко, а имя, фамилия так крупно, что нет сомнений, кто автор этой книги. А мы-то, несчастные, уж вроде как не более чем ее составители». «И если у меня когда-нибудь достанет сил, я снова буду защищать равенство. Я буду строить мир равных, я буду работать для всех людей, чтобы каждый был равен товарищу, и никто не пожелал ни крупицы сверх равной доли. Это единственное, ради чего стоит жить. Быть равным другому – это очень опасно. Хочу видеть перед собой красный свет опасности и идти на красный свет».
Именно этими словами из романа Максима Кантора «Красный свет», о котором мы поговорим в следующей передаче, я и хотел бы завершить наш сегодняшний разговор. До встречи! Слово «кризис», доносящееся, как это говорят, из каждого утюга, уже давно набило оскомину. Мне вот кажется, что кризис прежде всего в головах, ну и как следствие в разговорах. Ну, у кого не бывает сложных периодов в жизни? Боже мой, ничего страшного. Дом, семья, уют и тепло – лучшие антикризисные лекарства. Ну, вот еще и кино хорошее, конечно. Михаил Турбовский опять приглашает. Идем в кино. Здравствуйте, дорогие мои киноманы! Знаете, в последнее время все как с ума посходили. Кого не спроси, все говорят о кризисе. Но много очень вырос курс, и страшно. А мы должны ехать в Финляндию скоро, и может мы не поедем, потому что у нас денег не хватит. Чтобы ваше настроение улучшилось, а мысли пришли в порядок, предлагаю вам список антикризисных фильмов. Нет, ты вечно ищешь оправдание. Нет, значит нет. Всегда говори «да». Жизнеутверждающая комедия с Джимом Керри. Да! Да! Нет. Ты говоришь «нет» жизни, поэтому ты не живешь. Философия этого фильма проста. Каждый положительный ответ в нашей жизни открывает нам новые возможности. А негативный ответ, наоборот, закрывает. Ты всему на свете должен говорить «да»? Да. Вас подвести? На этом? Не подкинешь пару баксов. Будем драться или как? Ты не мог бы устроить Люсе девичник? Да, конечно. Так что предлагаю подчеркнуть из этого фильма некоторые мысли и постараться даже в эти нелегкие для страны времена найти возможность сказать всему хорошему. Новый мисс Америка становится мисс штата Канзас Терра Дон Холланд. В мире есть два типа людей. Герои и неудачники. В каждом из вас, без исключения, в самой глубине души живет лидер, который ждет, когда его разбудят и дадут ему развернуться. Спасибо. «Маленькая мисс. Счастье. Мелодрама о семейных ценностях». В фильме показаны самые жуткие неудачники. Каждый персонаж в отдельности – настоящий антигерой. Но их главная сила в том, что они семья. Я думаю, что как бы нам ни было сложно, наши близкие помогут пережить нам любую. Напоследок, чтобы вспомнить, что все мы живем в великой стране, я предлагаю посмотреть «Легенду номер 17». Жить и играть, и делать выбор, Валера, каждый день. И какие бы там про нас на Западе гадости не думали, русские люди всегда были сильные духом. Я всегда мечтал сыграть с канадцами, чтобы надрать вас вместе с нашей сборной. Твой номер 17-й, его весь мир знает. Надеюсь, что моя кинотерапия поможет вам поднять настроение и побудит сделать что-нибудь хорошее уже сегодня. Что-то мне весеннее настроение. Пойду скворечник сделаю. Как раз к весне закончу. Я за настоящее. Во всех его проявлениях. За то, чтобы хорошо было здесь и сейчас. А это ведь только в наших с вами силах. За настоящие чувства. За зиму, в конце концов, настоящую, чтобы со снегом, с морозами, как еще на Урале по-другому. Пусть последний рабочий день на этой неделе будет по-настоящему приятным, а выходные такими же насыщенными. И оставайтесь, ведь здесь, на Ветте, все именно для вас. Сегодня, в пятницу, в Перми облачно, возможен небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы. Температура воздуха днем минус 14, минус 16 градусов.